Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и пришло время взглянуть на галлов, еще одну новую цивилизацию, которая появилась вместе с последним обновлением. В этот раз сетевая партия на 8 человек, обычная пангея, но решили сыграть со случайным деревом технологий социальных политик. Настройки карты все стандартные, никакого нового мира, потому что это было бы слишком круто для галлов. Заодно посмотрим, как генерируется этот стандартный мир. Ну, из модов только на интерфейс и бета balance start, просто чтобы игроки не появились слишком близко друг к другу. Во всем остальном обычная игра, знакомимся с новой цивилизацией. Напоминаю, что спонсоры канала всей серии могут посмотреть прямо сразу во вкладке сообщества. Для всех остальных они будут выходить раз в сутки. Приятного просмотра и не спойлерите в комментариях, пожалуйста. Всегда ну что, все загрузились, всех все норм. Я гружусь. Попытка номер 8. Поиграть. Попытка номер хрен знает какая. Так, ну вроде даже место ничего такое. Эти 3-1 есть, это уже приятненько. Это уже быстрее город будет расти. Речка есть, две рыбы есть. Очень неплохо. Давайте глянем, где у нас тут мореходство. О, давайте сразу в мореходство через животноводство пойдем. Хотя, с другой стороны, мне, конечно, нужны шахты. Слушайте, а у меня здесь на соседство тропических лесов можно Забавно. Неплохо. А вы когда-нибудь видели, чтобы лес на клетке с паводками, ну, в смысле, на клетке пойм? Да. Не бывает такого, по идее. Ну, значит, бывает. Да, значит, бывает. Ну, иначе как чудом я это не могу назвать. Ну, очевидно, снесет его первым же паводком. Так, тут выглядит как будто полуостров вот это будет. Ну, ладно. Посмотрим. Ну, вот у меня есть, в принципе, холмы вот здесь, да? То есть тут, наверное... Блин, а с другой стороны, если я возьму на соседство тропи... Знаете что? Мне вот тут надо будет ставить... Или здесь, или здесь. Священное место. То есть вот тут тропические леса вырубать и шахту. Вообще у меня тут даже не так много и шахт. Ну здесь, да, шахту. А, собственно, на... Да, давайте, знаете, что все-таки сначала горное дело, животноводство, горное дело, потом мореходство. Потому что я смогу шахту вот здесь сразу построить. Ну, давайте глянем, что у нас тут. О, так тут еще дофига места, на самом деле. Ходить и ходить. То есть там тоже можно будет города. Но мне что-то кажется, что тут не должно никого быть. Это холм? Холм. Да, это все-таки полуостров такой. То есть здесь город когда-нибудь я спокойно поставлю. Надо тут и тут исследовать. Там явно где-то соседи. Так, стоп. Что у меня тут? Да, все правильно. Что обрабатывается, я хотел посмотреть. Все верно. Сюда скаутом пойдем. О, руинка сразу. Так, тут давайте строителя. Свод законов животноводства. Тут еще, знаете, пустынная клетка, до которой не добраться. Ой, тут руинка, отлично. Это очень хорошо. Равнина. Лук. То есть я сейчас следующим ходом эту руинку могу взять. Тоже хорошо. Ну давай. Что я хочу? Рабочего. Или рабочего, либо... Блин, я что, не добегаю сюда? Хочу либо рабочего, либо... население дополнительное. Так, мастерство. Поехали в мастерство сначала. Ставим, наверное, удвоенный опыт. Чё-то нету варваров, поэтому удвоенный опыт юнитом разведки. Пока. Вдохновение для случайного цивика. Окей, тут пойдем в эту сторону. Строитель, отлично. Значит, тут мы на строителя забиваем. И давайте, наверное, сразу посела. А, блин, у меня 3 хода до шахт. Тогда знаете что, я вот тут обработаю первый ход в шахты. Сделаю раз на еще 3 хода, потому что тогда я захвачу вот эти клетки, культурный захват шахтами, и сразу смогу лошадей обрабатывать, получается. Наверное, встану сюда. О, тут, слушайте, тут хороший город будет. Жалко, правда... Здрасте. Жалко, правда, сразу рядом... Я отойду на пару минут. Гора. Ну, хоть так. Так, отсюда, видите, мне некого ждать. Мне кажется, тут тоже может быть полуанглийский канал. Ну, вообще, за галлов может быть и... Слушайте, у нас же за Англию никто не играет вроде, да? Нет. У нас есть испанец. В Англии нету. Еще английский канал из-за галлов назван. Мне кажется, тут тоже просто какой-то полуостров, судя по всему, будет. Так я тут довольно в сейфовой позиции нахожусь. Мне куда-то вот сюда надо ставить города. И все прям зашибись будет. Так, и этим пойдем сюда исследовать территорию. Да, норм. Мне прям нравится. Все здесь. 2 хода до рыбы. Так, давайте я, может, после посела сразу еще строителя, и потом еще посела. Почему строителя? Потому что мне холмы надо обрабатывать для захвата клеток. О, привет. Ой, как раз на горное дело пришел к меди. Этот зараза мою столицу увидел. Ну так я его добивал. Зачем ты это сделал? Пить-то я его начал. В смысле начал? Он тут стоял, я его раз ударил, второй раз ударил. Да, с добром распорите. Отогнал. Удар. Война. Лагерь разрушил, ты пришел, убил его. Различки. Упорочка. Ну так не делается. Я лагерь не видел, как ты делал. Красиво. Уж извини, просто он был здоровый у моей столицы, я его разок пнул. Ого, тут компуса, по идее. Ага, и тут прохода нет. Господи, ты что, проход ко мне только вот тут будет, что ли? Здесь, конечно, тут еще не. Ну, мне кажется, тут какой-то полуостров, судя по всему. Я не видел. А, стоп, это озеро? Нет, это залив. Залив, то есть тут выход в общий, в мировой океан тоже будет. И не рыбы вместо рыб, и не люди вместо нас. О. Так, мастерство надо пока отложить. Ну, потому что 3 клетки надо обработать, оно откроется. Угу, отлично. И теперь сюда пойдем в шахту, тогда вот эти клетки захватятся. Кайф. О, тут даже мало вообще места. Да, ну, значит, этот город сначала тут. Вот тут, конечно, жалко, нету прохода. Надо как-то исследовать. Придется скаутом, видимо, этим идти. Но я нахожусь очень... Другой вопрос, будет ли у меня достаточно места, потому что тут кто-то может быть, меня закрыть. То есть мне надо сюда города, видимо. Мне, наверное, даже этого пустила надо будет сюда вести. Видите, тут есть какая-то река. То есть я тут... Тут я всегда поставлю город. Так, здесь тоже всегда я поставлю. Тут еще место где-то для города, очевидно. Оп. ГГшечка. Тут еще и Кабул у нас. 2, 3. Да, то есть тут я точно всегда поставлю город. Тут уже никто не влезет, кроме меня. Привет, Персия. О, друг. И в этот раз мы близко. Да, привет, друг. Снова мы рядышком. Тут надо будет 2 рыбы обработать вторым. Блин, надо будет еще одного рабочего. Кстати, надо... Слушай, тут какой-то проход дальше есть. Блин, я думал, тут все вот так будет, знаете. И все. Тут какой-то прям полуостров. Ну, между вами, панцем и тобой, не очень. Как мне тут еще пройти, чтобы вулкан на меня не действовал? Я пока вот так вот приметился. Ну вот, видимо, на сани я тоже поселиться. тебя это... Кайф, конечно, вот эти захват клеток. Вот я поставил, это же папа Смурф, да? Ускорили. Ну, поставил одну метку. Не открылось. И давайте дооткрываем мастерство. Пока еще не в курсе, где... Персия, привет. Какой красивый у тебя поселенец. А можно я его разок? Можно я его? Потрогаю. Если ты хочешь повоевать, то окей, хорошо, давай попробуй. Ты смотри, там бессмертные придут. Ну, когда это будет? Кстати, не очень-то и далеко, я так думаю. Ну, кстати, бессмертные... Вот про бессмертные это вранье, они реально умирают, так что... Думаю, можно попробовать. Да не, я шучу, на самом деле. Военный лагерь, генерал и пошел. Ты играешь не в ту команду. Никак никого найти не могу. Меня это смущает, что я сейчас... В нормальный век в итоге выйду. Лиссабон. Да, ты не пугайся, ты что-то убил-то, я не собираюсь у тебя ничего забирать. Звучит неубедительно, да? Нет, так, я давайте, наверное, против варваров уже поставлю. Блин, а тут еще пока на строителей... Трудовая повинность. Так, международная торговля, наверное, 3 хода. Блин, а тут мне... А мне надо 4 хода. А, друг Ацтек, ты мне... Да, давайте пока трудовую повинность на 1 ход. Да. Просто... В прошлый раз там она была оправдана, что мы типа видели друг друга поселенцев. Стоп, а где сейчас... А сейчас... А где... Как-то... Ну ладно. Не, сейчас я вот просто... Блин, что-то я... А где я... Прими. А, вот лагерь. Не лагерь, все... Рынка. Спрятал этот. Так. Спасибо. Ну, я вот тут вот на этой реке, где-то на побережье будет, Средиземного моря сейчас поставил город. Блин. Да, я думал, тут побережье будет. Так, ну давайте думать тогда. Думай. Ну, а что делать? Мне игра предлагает тут поставить. Пожалуй. Кстати, в этом есть определенный смысл. Да, я, наверное, тут и поставлю. На кампус тут остаются еще места. Плюс я тут буду не на реке ставить, а на побережье. То есть место тоже будет. Встану в защиту, он явно меня атаковать будет. Слушай, Лиссабон, ты не хочешь этого дуболома тоже проатаковать? А то как-то нечестно, я тут один. Вроде, конечно, на тоненького, но влезаем все. Да, мне надо следующего поселенца сюда давай, будут ставить. Давай, не ниже 37-й. Чего? Не ниже 37-й параллели. А, ты про это? Да. Блин, Лиссабон, ты атаковать будешь, нет? Возмущен безразличием Лиссабона. Наверное, все-таки сначала рыб обработаю. Скаутом сюда пойду. Еще постою. Так, меняю на... Наверное, международную... Я все-таки хочу караван сначала открыть. Черт, уже 4 хода. А было вроде... Я просто на 1 ход позже. Блин, тут такой нехилый проходик. Я смотрю... И места вроде дофига. Это еще и жилье дает. Довольство у меня есть. Клетки норм обрабатываются. Там клацает. Надо ли мне расширить? Пожалуйста, по кнопке. Вообще надо, конечно, вот тут у меня плантация. Где-нибудь ускорить я это могу. Фермы, походу, нет. Колесо, наверное, тоже пока не надо. Давайте тогда ворошение после гончарного дела пойдем. Ускорить я его не могу, а открыть мне его надо, потому что есть ресурсы чай, 2 штуки, благовония 2 штуки на как раз на плантации. Так, ну что, брать на тропические леса соседства? Выглядит как хороший план, но мне тогда астрологию надо открыть. Ну что, в нормальный век выходим уже, да? 12 ходов. Хрен я в золотой успею, мне кажется. Блин, 20 мирового влияния, фигня полная. Там еще и черепашки имеются. Где-то мне город поставить, что и до них вот сюда, что ли, получается, да? Так, значит, тут сюда город ставим. А вот чью-то метку вижу. Кто ставил ее? Я сейчас обращаюсь к Кхмеру и по Нейкеру. О! Привет, Леша. Я, наверное, ты. Здорово. Перс? Так, да, насколько он далеко отсюда? Это я поставил, скорее всего. Ну, я его лояльности не вижу. Что, просто я понимал, кто там живет выше меня. Там буду жить я. Я это кто? Я это Кхмер. Только это там ограничиваешься и дальше больше не идешь. Не, ниже я не буду идти. Зачем? Ну, наверное, стоит заключить дружбу, потому что... Ну, в смысле, в ту сторону. Я не вижу, чтобы я тут как-то мог мешать, что он тут будет что-то... У меня, в принципе, места есть для городов. А, вот, смотрите, его границы. Я вряд ли успел бы что-нибудь сюда. Вот мне надо тут поставить город, и все. Так, давайте выкупим эту клетку. Ну, точнее, да. Вот на озеро на это. Чтоб город рос. Там то, что озеро я не вижу. Блин, мне надо как-то сюда посело провести. Но я тебе сейчас кину. Где у нас навигация по звездам? Тут. Крия, ты случайно никакие чудеса природы не находил? Находил. Поделишься информацией? Да, сейчас. Так, давайте, наверное, тут купим торговца. Ну, вот, метку поставим. Поделимся, естественно, поделимся, да? Но это там далековато идти, конечно, тебе. Да, ладно, может, я какое-то свое найду чудо. Блин, надо... Мне интересно, а Кри и Галлов эта игра так спавнит постоянно рядом? Не знаю. Ну, по идее, это совершенно далеко они друг от друга должны быть. Получается, уже второй раз. Так, наверное, вот тут вырублю лес. И поставлю в очередь... Может, еще одного Гесата построить... Ладно, сейчас я подумаю. Конечно, лучше бы строителя было, а потом Гесата. Здравствуйте. Так. Не успел поменять карточку. Ну тут бы город, конечно, тоже бахнуть. О, прачник. Ну, конечно, тут игра мне предлагает ставить, тут будет грустно совсем. Рядом с вулканом, и я еще тут место закрою. Тут где-то надо, где-то тут ставить. Ни разу никогда не угадал, блин, где это задница. Какая задница? Да это вырубка, ну... казарму где? Все, выучил, и, блин, вот только... Да, кстати, мне обработку бронзы бы... Блин, а я забыл, как... три варвара убить. Для обработки... Одного я убил. Но только одного. А, блин, я не могу тропические леса вырубать. Пока обработку бронзы не открою, собственно. Блин. Так, ну тогда пошли плантации делать. А тут тогда сразу гесатов давайте. Мне пока строители точно не нужны, потому что мне нечего вырубать пока ими. Адуатуку. Пойдем вверх сходим. Здесь раннюю империю и меняем на... Ну, на строителей. Плюс 5 против ворож пока надо оставить. У меня тут... Ну да, я в нормальный век. Я не вижу, как я тут могу набрать очки. Честно говоря. Ну, предположим, захвачу я этот лагерь, даже успею, да? Ну и все. Крия, так понимаю, что вот еще одна сверху метка, это тоже твой планируемый город. Я не ставил метку сверху. Ну вот. Подожди, мы с тобой говорили о метке сверху. Это Кхмер. Это Кхмер, по-моему, тебе говорил про метку. Кхмер, да, я Кхмеру говорю. А ты говоришь Кри. Кри, простите, пожалуйста. Кхмер. Да. Вот. Ты еще один хочешь ставить город еще больше выше, да? Ну, да. Горго, привет. Ну, окей, хорошо. Ну, я думаю, Кри хочет мне сюда где-нибудь поставить. В четвертом радиусе от моей столицы город. Поэтому мне надо тут поставить. Ну, то есть у тебя одна метка. Ну, как мне туда пройти пока вот? В каком радиусе от столицы? Первая. Я без Гесата не смогу это сделать. Ну, если ты туда хочешь залезть, то ты туда... Ну, там... Нет, подожди. Возле озера у тебя стоит... Возле озера Бункак. У тебя стоит метка. Да. Это сколько радиусов? Четвертый. А, не, пятый. 4 клетки до столицы. Хорошо, а вторая метка, которая чуть правее? 6-й радиус. Давай, отсчитай от этой клетки еще 3, и дальше ты населяешься. 11:44. Значит, сколько? Мы 18, 11:18 начали. За 25, за 20... Блин, за сколько это? За 20... Короче, за 25 минут 24 хода. Ну да. Не за 2 часа. Вот как бы да. Так, Ацтек, я тебе метку поставил. Как ты рассматриваешь данные? Так, политическое. Ацтек? Ацтек. Не вижу метку. Привет. А, тебе туда? Там, да. На кампус, да. Я просто смотрю, что там 5 гор есть, вот где Сьерра-де, там, в общем-то, понял. Вот, я думал, что ты тут туда поставишь кампус, а я сюда. Ну, в принципе, да. У меня главное там есть это акведук. Место под акведук. Меня это вполне устраивает. Надо посмотреть еще. Я убил этого скаута на самом деле. Так, чаек. Конечно, тяжелые места. Соответственно, тяжело вести. Так, давайте-ка я тут монумент сделаю. Тяжело вести. Бля, может, посела тут? Как долго посел будет? 7 ходов. Хм. Так. Еще одного осталось убить, чтобы обработку бронзы ускорить. Холмы. Ну, надо вырубать и шахту тут ставить. Я вот это вот все захвачу тогда сразу. И тем более это ускорит появление посела. Блин, может тут все-таки посело? 7 ходов. Не знаю, ну что-то хочется посела. А я этих всех первых встретил, да? И даже Канди. А чё Канди хочет ученого? Это вряд ли лучника. Возможно, военный лагерь. Здрасте. Не должны через речку как убить, а следующим ходом я поменяю как разведчика... местами. Пускай атакуют как раз разведчика. Мне это устраивает вполне. Что-то культуры дофига у Кри. Интересно, за счет чего? Ну тут воевать я не знаю даже... Кстати, прикольно, что именно с Кри рядом. То есть и у меня ранний юнит сильный, и у него ранний юнит сильный. И как бы именно нам в ранней игре воевать вообще как-то бессмысленно. То есть, смотрите, у него получается... Давайте глянем. Его скаут имеет силу 20. Мой дуболом... А, тоже 20. Одинаково, в принципе. Ну, интересно. Но он точно сейчас двумя проатакует. Нет, не хватило, как я и думал. Так, значит, тут убиваем и ускоряем обработку бронзы. Тут меняемся местами. Так делаем. И тут я так вот встану. Пускай атакуют. Это тоже не должны убить. Пускай отвлекаются. Ну и я в нормальный век выхожу, к сожалению. А этот Кри интересно. Тоже в нормальный. А, подождите, у меня 9. Стоп, слушай, а сколько надо? Пошла. А, он еще может. Что пошла? Рубка на Артемиду. 28-й ход. Кто построил-то? Посел. Неизвестно. Мне кажется, Супергерл. Нет, я бы таким не занимался. Сейчас. Да. О! Кхмер, здорово. Привет. Блин, подойти, не подойти. Ничего, что мы там подслушиваем, что он рассказывает. Да, вот это, конечно, круто. Культурные эти захваты. Так, давайте думать, куда мне этот город. Ну, сюда пойдет отсюда, правильно? То есть сейчас надо город ставить, где максимально выхлоп будет крутой. Не знаю, мне почему-то хочется сюда. Это тем более еще уберет вероятность появления там варваров. Скажи, что это «Игра престолов». Начни с козырей. «Игра престолов». Какие-то... «Игра престолов» прям самый крутой, видимо. Что можно посмотреть. Не знаю, вообще я его могу замутить, честно говоря. Так. Кхмер, я надеюсь, ты следующим ходом уйдешь, да, своим скаутом? Да, ну, тогда отходи, мне туда надо идти. Спасибо. Чтобы он лагерь случайно не забрал. Если бы мне не хватило... Ну, не хватает немножко очков. Так, сюда пойдем кофе обрабатывать. Вот тут, когда я уже шахты поставлю, не захватятся клетки. Блин, а что с железом, кстати? Мне желез... Это кто вылетел? Кир. Что-то не выдать. В письменность пойдем. Блин. Не успел походить рабочим. Ну, у нас, к сожалению... Один человек вылетел вообще. Даже из... О, убился от меня. Даже из Дискорда. В общем, очки мне так заладили, не засчитала, а обычный век. Да. Сход евангелистов. Может, озарение... В этот раз использовать. Так, возьмем. Ну, а смысл у меня сейчас в античной республике нет пока ни одного района, так что олигархию, наверное, пока. Тут я воюю с варварами хотя бы. Поселенцев строим. Плюс 2 влияние. Бразилец, привет. Привет. А может уже против варваров не брать? А вот. И, наверное, производство. Вот так сделаем. Мне бы железо как-то обработать. А железо у меня одно тут, да? И у меня, кстати... А, да, добавилось, отлично. Я хотел сказать, что может не добавиться, но я забыл, что это 3-й радиус. Традицию, наверное, надо Отменить. Эх, не успеваю, я не успеваю. А что да. Это там галочки надо? Типа, а, это со мной пообщаться хотят игроки, да? Или что? Где какие галочки? Вот где наверху-то кого встретил, у них как... А это я не знаю, кстати. Это походу, они что-то написали в чат, типа, имеется в виду. Так. Убираем. Начинаем, наверное, со строителей. Так. Блин, мне надо железо обработать, чтобы апиды мои открыть. Точнее, не открыть, а ускорить. Я сразу давайте, собственно, их открывать буду. Ну что, может туда отправить? Не, это далеко. Тут давайте строителя сделаем. Дайте, наверное, пока астрологию открою. Хочу... Я как раз пока дойдет туда. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!